Привет, ты на канале Magic Pets. Я Юмичу. А я Миша Лайк. А я Софи. Привет. А это ваши комментарии. Они появляются в видео, давайте играть. И играть? Да, что-то вообще скучно. Да, давайте. А во что будем играть? Игрушками, что ли, просто баловаться? Это тоже как-то не очень весело. Кажется, я кое-что вспомнила. Классно, конечно, Миш, что у тебя память заработала, но я тоже кое-что вспомнила. Знаете что? Что на нашем общем Сане и канале Magic Family вышло два новых эпик-видео, где мы проводим ночь в том самом домике на дереве. И 24 часа в палатке. Да уж, это было пипец. Страшно. В общем, это внизу в описании мы оставим все ссылки. И не только на эти видео, но и на все наши новые соцсети. Обязательно подписывайтесь на нас везде скорее. Миш, расскажи нам давай, что ты там вспомнила? Я вспомнила, как некоторое время назад мы все вместе с Кисой Алисой играли в ребенка в желтом. Помните? Я буду играть первая. Киса Алиса, не спорь со старшими, первая буду я. Слышь, мы почти с тобой одинакового возраста. Ну что, все равно первая буду я. Ну и играй, а я потом буду играть короче тебя. Да конечно, так ладно, давайте врубаем. Я тоже потом хочу сыграть, Юмичу. Сначала я. Юми, ты вообще играть в нее не умеешь? Все не умею. Лучше мы с Мишей сыграем. Я лучше всех вас играю вообще-то. Я вообще всех побежду, это я играю лучше всех. Ладно уже, погнали. Ой, что-то уже стрёмно. Давай, Юмичу, ты его няня. Да ладно, ничего тут страшного вообще нет, привет, желтый. Гули-гули, что-то кряхтисто. Так, и что с тобой надо делать? Ну что, как тебе на ковре лежится? Юмичу, зачем ты его кинула? Там же написано, покорми малыша. Ладно, давай, сиди тут, сейчас я тебе пожрать принесу. Так, это что у нас тут, типа кухня что ли? Посмотрим, по ящикам полазим. Юми, там же написано, возьмите бутылку из холодильника. Юми, хватит тратить время открывать все шкафы подряд, возьми бутылку в холодильнике. Я, может, с шкафом полазить хочу. Вот вы будете играть, будете делать, что хотите. Ладно, вот холодос, вот она его соска. Ну что, ты где там маленький желтый каканец? Каканец? Юмичу, что за слово? На, лови! Эй, ты что мне тут головой мотаешь? Так, понятно, ловить ты ничего не будешь. Ладно, на, ешь! Упс! Кажется, он покакал. Теперь отнеси его на пеленальный стол. Слушайте, хватит мне командовать, что мне делать. Фу, вонючка, ты воняешь! Что за зеленая вонь вокруг тебя? Ты что, стух? Надо его в холодильник засунуть. Может, он и испортился? Юми, чудо, ему просто памперс поменять надо. А по-моему, прикольно. Так, ладно, холодильник не помог, может, духовка тебе поможет, а? Адский ребенок, ого, он реально адский. Хватит валяться, что ты выбьешься, обкаканец? Может, тебя в раковине помыть надо? Ты еще мыть сам не научился, нет? Да, походу, не поможет это. А может быть, чтобы тебе постоянно памперсы не менять, ты научишься в унитаз ходить, а? Сейчас посажу, опс. Юмичу, хватит его ронять, он же младенец. Да это дьявольский младенец. И что, поэтому теперь его им не жалко, что ли? Так, сиди тут, сейчас я унитаз открою, вот, давай. Учись ходить в туалет. Посидел, свои дела сделал, смыл. И не придется памперс тебе менять каждый раз. Запомнил? Сразу видно, Юми, что ты не мама, положи его на матрасик. Так, сиди тут, вонючка. И поменяй ему памперс уже наконец-то, а то он точно стухнет у тебя. Где тут памперс? Ага, вот он. Куда он делся? Ты чё, а? Мистика. Так это же необычный ребенок. Вон он сидит, Юми, смотри. Ужас какой. Так, не хочешь ты менять подгузник, да, говоришь? А ну, давай, надевай. По крайней мере, ты больше не воняешь. Страшненький малыш. Так, теперь его надо спать уложить. Отлично, давай, вот валяйся тут на диване, смотри телевизор, понял? А я пойду пока за едой схожу. Так, что-то у нас... Ого, мы что, в отеле каком-то живем, что ли? Ох, Юмичу, мы так никогда эту игру не пройдем. Его нужно спать положить. Да, Юми, давай, а то все играть хотят. Ладно. Так, Ванючка, пошли. Почему ты еще сам ходить не научился, а? Сейчас поднимаю тебя по лестницам, ты же тяжелый, посмотри на себя, ты такой толстый. Отрастил живот, ты слишком много ешь. Вроде столько какаешь. И все равно толстый. Это, походу, не твоя комната. Смотри, зато тут есть стиральная машинка, посиди-ка. Да хватит ныть. Давай, залазь в стиралку. Чего ты такой недовольный? Не тут ты спишь, да? Ладно, сейчас снесу тебя в свою адскую детскую. Давай, ложись в свою кровать, все, спокойной ночи, пока. Ну, засыпай. Юмичу, пусть это и ребенок дьявола, но он все равно ребенок. Ему нужно прочитать книжку на ночь. Ладно, принц и кошка, на, читай. Ты что, серьезно еще читать не научился? А, как сложно работать няней такого мелкого нытика. Сейчас прочитаю я тебе твою сказку. Принц и кошка в далекой стране за океаном с темными звездами в небе. Принц засыпал, но к нему в кровать. Ну, короче, они прошли золотыми вратами. Какую ошибку совершила, все, конец. Фу, он уснул, слава богу. Ой, это же ребенок дьявола. Не буду лучше говорить лишних слов, я пошла. Дверь закрой за собой. Все, спокойной ночи.
Теперь можно пойти смотреть телек. Да, в задании написано, что нужно дождаться родителей. И это всего лишь первая ночь. Мы не представляем, что нас ждет дальше. Класс, мне нравится. А можно я дальше понянчусь? Ну, попробуй. Думаете, это конец первой ночи? Ой, кажется, он проснулся. Давай, Миша, иди обратно и успокой его снова. Юмичу, видимо, плохо его уложила. Ой, кажется, его нет в своей кроватке. Хе-хе-хе, сейчас он будет беспределить и творить всякие вредности. Мне так страшно, а где он теперь окажется? Ох. Вот, видишь, вон он ноет. Так, ладно, малыш, не плачь, пойдем обратно спать, да? Давай, мне тоже грустно, ага. Ой, прости, кажется, я ударила тебя в косяк. Так, посиди тут. Вот, возьми игрушечку. Ой, кажется, я ее уронила. Так, вот, на, возьми, как она на тебя похожа. Ой, он не хочет брать игрушку. Там написано, положите в кровать нужную игрушку. Может быть, парашка тебе понравится? А, какой нытик. Сказка была про кошку, кошку ему положи. Ага, вот тебе киска. Ох, ну вот, видишь, у нас все хорошо. Давай я тебе еще побольше других игрушек положу, чтобы ты не сильно злился. Да не церемонься ты с ним, закрывай дверь и топай. Что-то какая-то очень страшная игра. Так, все, я играю. Киса, Алис, вообще моя очередь. Я была вторая после Юмичу. Ну ладно, тогда я следующая. О, как раз вторая ночь. Отличненько, вторая ночь будет моя. Я тут царь, а не какой-то мелкий подгузник. Киса, Алиса, покормите малыша. Так, кажется, в этот раз он спрятал свою бутылку на кухне, и придется ее найти. А можно его покормить чем-нибудь другим, например, хлебом и сыром? Зачем ему обязательно молоко это свое есть? Вот я ему сейчас сделаю супер бутерброд и яичницу, отлично! По-моему, киса Алиса так не готовят. Положи на тарелку хотя бы. Ой, какие вы зануды, вот, отлично. Бутерброд готов, сейчас добавим туда ему еще помидорков. Лука, чтобы ему вообще невкусно было. А чтобы он лук не заметил, накроем все колбасой. Отлично. Ой, а почему тарелка берется без бутерброда? Бесит. Может, по отдельности ветчину в духовке пожарить? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не сработало. Он еще меня тут и запер. Видимо, пока ты не найдешь бутылку. Чтобы его покормить, киса Алиса. Ха-ха, мне нравится. Давай еще грибы пожарим, а, киса Алиса? Может, надо в бутерброд гриппы реально доложить, чтобы это сработало? Да что такое? Это мистика какая-то, тарелки пустые берутся. Лучше бы вы меня не злили, сейчас я устрою вам тут полтергейст. Пожарим супер-пиццу прям в духовке, вот так вот. Раз, два, три, полтергейст. А теперь побьем тарелки. Пусть испугается малышня, что тут всякие духи живут. Вау! Мусор-копылесос. Киса Алиса, может, хватит пить посуду, а? Он что, думает, что только он вредничать может? Нет, я тоже вредничать могу. Киса Алиса, просто пооткрывай все шкафы и найди бутылку. Ладно, нашла я вашу бутылку. Пойду покормлю этого маленького желтого. На, ешь. Мой собачий бок, он опять обтекался. Говорят, дальше вообще трэш и ужас. Да? Это интересно. Опять тебе нужно памперс менять, да что такое? Сиди тут, ты под присмотром, понял? Попробуй только исчезнуть, так? Опс, что это? Серьезно? Оживший памперс? Вот это мистика! Там в задании написано, поймайте подгузник. Вроде не такая уже страшная игра и очень даже милая. Серьезно, да? То есть я сейчас буду полночи ловить подгузник? Давай, хватай его, пока он ударился в стену и в отключке. На тебе твой сбрендивший подгузник. Такой же сбрендивший, как ты. Чё ты улыбаешься? Пойдем спать опять. Ух ты, у тебя есть своя собственная спальня. А положи его спать с собой. На, валяйся тут. Твое место на коврике, понял? Ладно, шучу. И вообще, это не моя спальня, это спальня хозяев. Дождешься своих папика и мамика тут, понял? Не сработало. Да, неси его обратно в свою детскую. Так, сиди. Принц и крольчиха. Какие жуткие у тебя сказки, ты реально... Ты чё вообще, что ли? Ты чё книжками кидаешься? На, понял? Вот тебе облоб книжку. Кидается он тут книжками. Реально нытик, игрушку ему подавай. На тебе красный кубик облоб, понял? Ах ты! Чё тебе надо? Киса Алиса, ты же сама в прошлый раз подсказывала. Крольчиху ему дай. Зайца тебе надо, да? Вот, на. А теперь сиди и слушай внимательно книжку, понял? Я твоя няня, мне за это платят деньги. Прыг-скок, принц не мог его поймать. Все, спокойной ночи. Уснул, дьяволеныш. Ага,
думаете меня обхитрить, а я закрою дверь с этой стороны, и никуда он не убежит. Кажется, не сработало. Смотри, какие там книги. Преисподняя, сказки для жутких детей. Да уж. А, там кто-то в дверь стучится. Может, не будем открывать? А почему кролик лежит на лестнице? Я же его в кровать ему положила. А теперь на двери. Это реально мистика. А нам тут, походу, что-то привезли. Только не нам, а его родителям, хозяевам. Не хотелось бы мне с его родителями встречаться. А мне бы его родителями быть не хотелось. Так, все, тихо, ребята, третья ночь моя. Вот там, говорят, вообще жесть будет. Погнали. Ну, жести пока что, походу, никакой, и мне нужно просто приготовить сырный тост. Мы, оказывается, тостер купили, точнее, не мы, а его родители нам заказали, видимо, типа, чтобы няне было что покушать, да? Софи, ты что делаешь-то? Софи, ты зачем тарелку жаришь? Я думала, может, яичницу себе приготовить? Там же написано «сырный тост». У всех, видимо, в этой игре мозги отключаются. Ну, а если я вот хочу, например, огурчик съесть? Нет, да? Ладно, с хлеба начать. Ну, окей, хорошо. Вот вам хлеб, вот вам сыр, вот вам хлеб. Жарим тостик. Ла-л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 а. А! Что это? Что происходит, ребята? О, боже мой. А, как страшно. Фидми. О, киса, Алиса плохо английский в школе учила. Фидми тут написано. Покорми меня. Ладно, спокойно, сейчас откроем холодильник. Упс. Что это? Это какой-то коридор. Холодильник удлинился. Ладно, возьмем бутылочку и просто спокойно вернемся обратно. А! Что происходит? Мне кажется, мы куда-то провалились. Это уже совсем страшно. Это не похоже на то, во что мы играли. Там написано «покорми малыша чудовище». Я чудовище? В смысле я чудовище? Мы... Вот именно, мы за ним только и делали, что ухаживали. И издевались. Это все из-за тебя, Юмичу. И из-за кисы Алисы. Да, конечно. Так, тихо, я нашла выход, кажется, в коридор. Сейчас закроем эту дверь. Ой, я уронила бутылочку. Это от нервов. Лапы трясутся. Так, идем по коридору, посмотрим, куда мы придем. Здесь лифт, он закрыт. Мы сюда попасть не можем. Окей. Может быть, хоть какая-то дверь открыта, и мы можем куда-нибудь зайти. Вы слышите, да, как он плачет? Ничего себе, Софи, ты как автоматная очередь говорила. Все двери заперты, куда же нам идти? Я нашла дверь, это дверь в нашу квартиру. Мамочки! Чудище! Чудовище в памперсе! Наш редкий ребенок! О! Обкекался! Значит, все нормально! И вроде он уже улыбается. Но что-то атмосферка в доме лучше от этого не становится. Опять ему памперс надо менять! Чё ж такая обстановочка-то криповая? Так, вот твой подгузничек. Мне плохо, я упала? Или меня убили? Это просто кошмар. Ну давайте еще играть. Да, думаешь? Не, ну сдаваться нельзя, мы уже столько прошли. Ладно, продолжим во второй части нашего видео. Подписывайтесь, ребят. На все наши новые соцсети, ссылки в описании. И будем разбираться с этим адским ребенком в желтом.